Ты самая, самая, потерял, но кровью на сердце написано. Самая, самая, передаю тебе привет и мысленно. Привет, меня Геншпиль, выпустили клип на трек «Силуэт», и мы с тобой спешим, летим со всей силы, быстро вообще это смотреть. Добра тебе, позитива, всего самого замечательного. Погнали! Снято уже красиво. Красивое муд-видео. Достойно двигаться и жить лишь в кайф. Давай пообещаем принести это через года, дарить все так же фая. А сто блоки без тебя я задыхаюсь. Все же, когда мы вместе, знай, я растворяюсь. Фундаментальная любовь и слово в слово. Повторю эти куплеты, твоя власть. Когда я счастлив, я пою. Один человек полюбил другого. Как скучно и сколько таких историй, помни. Это был для тебя огонь, и мы уже бежим из притории. Ну, кадры, конечно, волшебные. Было тяжело, но мы бежали на свет. Я нарезаю облаками твой силуэт. Незаблемая вера находила ответ. Но те вопросы, что так часто мучили тебя. Типа обычный пацан, да? Встретил такую красотку. Помоги, глаз родных тонул, не мог остаться равнодушным. Рифы разбивал волну. Был для тебя холодным ветром непослушным. Бликами струк я промелькнул в закате, что так сильно нужен нам. Очень красиво, очень красивая природа. Лавстори прям, кадры, вау. Кольцо делает для нее. Ну такая мечта, да, горец встретил фитоняшку. Было тяжело, но мы бежали на свет. Я нарисую облаками твой силуэт. Незыблемая вера находила ответ на те вопросы, что так часто мучили тебя, родная. Было тяжело, но мы бежали. Интересная аналогия со взрослыми. Ну прикольно, слушай, типа смысл повествует о любви, значит. Типа непрерывающейся любви до старости, до конца, раз и навсегда. Ты
Титры хорошо сделаны, прикольно, на стене нарисовали. Ну, слушайте, что сказать? Офигенный очень клип, очень душевно все сделано. Я это там назвал мут-видео. Нет, это, скорее всего, клип полноценный, очень крутые кадры, очень крутая работа. Клип, который призывает нас любить, значит, и быть друг с другом до конца, до старости, желает нам счастья. В общем, все круто, все на уровне. Каких-то таких мощных отсылок я не нашел. Ну, помимо того, что показали сперва взрослых пожилых людей, потом показали молодых и показали, как у них было все. У них была романтика, у них были ссоры, у них, ну, в общем, они прошли огонь, воду и медные трубы, как говорится, и остались вместе. И, собственно, к этому мы стремимся, это мы и хотим, любить одного человека всю жизнь и до конца. Как-то так, меня зовут Саша Устаев, спасибо, что смотрел. Салам алейкум. Ты самая, самая, потерял, но кровью на сердце написано. Самая, самая, передаю тебе привет и мысленно.